Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу снять видеообзор на одну из тех работ, которые я начала уже где-то примерно недели две тому назад. Эта работа называется «Срезанные розы». Вот сейчас вы видите, какая она должна будет выглядеть. Вот она здесь оформленная в рамочке. Вот. А вот то, что я уже сделала. Сейчас я вам немножечко расскажу, что входит в состав этого набора, сколько он стоит. Значит, купила я его в Хобби Лобби. Вот он, стоит он там 25,99. Но я купила его со скидкой, 40% скидкой по купону. В общем, он обошелся ммне где-то 16 долларов примерно. Вот. Ну, что хочу я вам сказать. На eBay можно купить его еще дешевле. Тоже где-то вот 15-16 долларов. 15 долларов, может быть. Вот. Но, правда, не знаю я, конечно, как там наполненность этого набора, качество ниток и все такое. Потому что вот столкнулась я с таким, что все-таки, если покупаешь дешевле, то и качество ниток уже не такое, ну, и какие-то другие вещи. В общем-то, ну, все-таки, наверное, влияет это все. Может быть, схема не такая. Вот что мне нравится в этом наборе, это очень хорошая схема. Вот смотрите, какая крупная, хорошая схема. Вот она разделена на две части. Вот это вот первая часть, а вот это вот вторая часть. Вот. Очень хорошее здесь объяснение. Нитки, вот что, объяснение по ниткам. Вот. Очень-очень хорошо все видно на этой схеме. Смотрите. Крупные такие значки, очень хорошо различимые. Получается здесь три цвета. Вот красный, черный и синий. В общем, отличная схема. Очень-очень мне это нравится, что вот схема тут такая очень хорошая. Теперь дальше. Что касается ниток. Вот часть ниток я уже использовала, но здесь вот. Вот такая вот бежевая, бежевые такие вот нитки. Вот я их здесь уже использовала. Вот. Еще вот такая вот палеточка. Вот с такими вот ниточками. И вот такие вот ниточки. Здесь больше как бы, там такой красный больше, а здесь больше такие уже, более такие пастельные цвета. Вот. В общем, ниток много. Вот. А дальше, что я хочу сказать. Нравится очень мне эта работа, нравится мне ее вышивать. Вот здесь вот получается вот эта вот тень, которая окружает эти розы. Вот она здесь. Эта тень предполагается вышивать ее в большинстве своем. Она вышивается полукрестом. Вот практически все, что вот это вот у меня вышито, кроме вот этого вот темного. Темный я уже начала вышивать. Это я уже начала вышивать крестиком. А все вот это вот вышивается полукрестиком. Вот. Ну, буду я потихонечку вас знакомить с продвижением этой работы. В общем, очень она мне нравится. Вот. Купила я уже и рамочку для нее. Вот. Ну, хорошая очень работа. Вот. Ну, все. На сегодня все. Ждите следующих обзоров. Пока-пока.